Для начала взбейте немного масла. Добавьте ванильный экстракт и сахар и взбивайте до светлого и мягкого состояния 5-8 минут. Взбейте яйца по одному, хорошо взбивая после каждого. Влейте молоко и снова хорошо взбейте. Муку, соду и пекарский порошок просейте. Добавьте 1/3 муки в массу и хорошо перемешайте спатулой. И так до тех пор, пока вся мука не закончится. Разложите смесь поровну, по формам диаметром 20 сантиметров. Выпекайте в разогретой духовке на 180 градусов около 30 минут. Проверьте на готовность деревянной палочкой. Палочка должна быть сухой. Достаньте бисквиты из духовки и переложите их на решетку до полного остывания. Пока бисквит охлаждается, приготовим крем. Взбейте сливки до пиков. Будьте аккуратны, не перебейте их в масло. Затем обмажьте коржи с внутренней стороны сливками. Посередине на один корж выложите варенье и накройте сверху вторым коржом, сливками вниз. Сверху присыпьте сахарной пудрой. Бисквит Виктория готов. Подписывайтесь на мой канал и получайте новые рецепты из Великобритании. С вами была Наталья. До новых встреч!